тащусь, пацаны! Смешно прям не могу. Чё, пацаны, типа анекдот. Слепили, короче, пацаны одного сталкерюгу живым, ну и говорят: о, типа, тема, будет кому нам парашу чистить. А он, короче, типа, тёртый фраер, не зассал и говорит: братва, я ж вам в натуре не шестёра какая, не олень рогатый, давай мне чё почище. Ну, пацаны так перетёрли между собой, говорят: да не вопрос, мужик. Иди вон из аномалии барахло жмуриковское доставать. Тот так подумал, говорит: я понял, пацаны, и где эта параша у вас стоит? Ха-ха-ха-ха-ха! Чертыла, бля, в натуре чертыла! Заколебал же ты, не подогрела тебе толпу. Короче, типа вот чё. Один кореш спрашивает другого: слышишь, а ты чё в зону попёрся? Да я из ментовки слинял, вот решил здесь заныкаться. Тю, а в ментовку за шо попал? Да ни за шо, ну остановили, как обычно. И всё им метально, номера грязные, аптечки нет, ехал на красный. Ну да, ну по встречке, да задом пьяный с пятью спалами в багажнике. Ну и шо? Хоть бы ж косорылы какие-то шмалята, то скукотища. Ну чё, пацаны, типа анекдот. Перетирают два кровососа. Один другому такой: ты, короче, как на сталкеров охотишься? Тот ему: ну, короче, замечаю сталкера. Потом вокруг него такой большой круг. Я через 5 минут маленький. И только еще через 5 минут нападаю. А первый там: тюра. Ну что-то не догнал, а в чём вообще прикол, кореш? Нафига ты эти круги? Типа ж по-любому можно сразу мозга захавать. А второй такой: типа, не, брателло, ты тем не сечёшь. Наехать сразу можно, не вопрос. Только тогда придётся его с говном хавать. Ну ты плесень, ты бы ещё про Штирлица рассказал. Не подогрела тебе такую. А ну-ка, 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 дайте-ка я чё я забацаю. Лаванда, уорная.
Ну, короче. Один кореш спрашивает другого: «Слышишь, а ты чё в зону попёрся?» «Да я из ментовки слинял, вот решил здесь заныкаться». «Тю, а в ментовку за шо попал?» «Да не за шо, ну остановили, как обычно, и всё им не тально. Номера грязные, аптечки нет, ехал на красный. Ну да, ну по встречке, да задом пьяный с 5 спалами в багажнике. Ну и шо?» Не, ну ты чисто от слова. Смешно, прям не могу. Оправдываться поздно. Посмотри на эти звезды. Не, ну Волына это в натуре, конечно, прикольно. Ну чё, пацаны, только типа они то. Только как дал, так он же её так и отобрать может. Стоят типа таких два конкретных лоха сталкера на свалке. Один у другого типа спрашивает: «Слышишь, а я что-то не понял. Мы им бабло дали?» «Дали. А чё эти пацаны куда-то слиняли и не танцуют?» «Блядь, ну ты дятел, я тебе уже 100 раз говорил. Гопак и гоп-стоп – это по-любому не одна и та же шняга». Ну ты плесень, ты бы еще про Штирлица рассказал. Нигде нет. В городе менты шмана. Тут салабоны гоня. Йохана баба, заманала уже голодным. А вот что я еще слышу? Хавать охота. Заходит как-то братан в бар на Скадовске, говорит бороде: «Слышишь, браток, бухла мне плесни, бородаем, бокал пива или рюмку водки?» Тут: «Ну ёб в натуре, конечно, бокал водки». «Я тащусь, пацаны!» «Браток, ты один тупой, или все не поняли, это ты про чё?» «Хоть бы косорылых каких пошмалять, а то скукотища!» «Вот природа, еб...» Шмотки, тихо, походу, обсохнуть не успевают. Ноги постоянно мокрые. Стоят типа таких два конкретных лоха сталкера на свалке. Один у другого типа спрашивает: «Слышишь, а я что-то не понял. Мы им бабло дали?» «Дали. А что эти пацаны куда-то слиняли и не танцуют?» «Блядь, ну ты дятел, я тебе уже 100 раз говорил. Гопак и гоп-стоп — это по-любому не одна и та же шняга». Ну ты что, чертыла, бля, в натуре, а я отвечаю. Достала, бля, в натуре уже все. Понты еще эти фраерские. Мы типа сталкеры, мы крутые. Мать, короче, присылает пацану нормальному на кичу маляву. Типа: «Сынок, ты как накрытую пошел, по хозяйству жопа полная. Весна уже пришла, надо огород там перекопать, картошку и другую муйню посадить. Сама нифига не справляюсь, а ни одна сука голимая не поможет». Ну, пацан ей так отписывает, типа: «Мать, ну и классно, ты огород лучше вообще не трогай, ты так перебейся. А то такое выкопаешь, что не только мне срок накинут, а и тебя накрытую отправят».
Матушка такая через неделю пишет: фигаси, родной, после твоего письма менты набежали, весь огород перекопали, только не нашли ни хрена. Злые такие были, маты до неба гнули. А пацаны так отвечают: ну типа, мать, ну чем смог, помог, а картошку ты уже как-нибудь сама посадишь. Не, ну ты чисто комик, ну ты вообще не поняли, это типа про чё? Хоть бы косорылых каких пошмалять, а то скукотища. Чё, пацаны, типа анекдот. Слепили, короче, пацаны одного сталкерю живет. Ну и говорят: о, типа, тема, будет кому нам парашу чистить. А он, короче, типа, тёртый фраер, не зассал, и говорит: братва, я ж вам в натуре не шестёра какая, не олень рогатый. Давай мне чё почище. Ну, пацаны так перетёрли между собой, говорят: да не вопрос, мужик, иди вон из аномалии барахло жмуриковское доставать. Тот так подумал, говорит: я понял, пацаны, и где эта параша у вас стоит? Смешно, бля, не могу. В натуре чертыла. Йоханы баба, заманало уже голодным бегать, хавать охота. Пока я банковал. Ну короче, вернулся сталкер в зону, ну типа дома побывал, ну и жалуется. Слышите, толкнул артефакты, купил-то чидло, а ее через неделю угнали. Второй ему: о, бля, невезуха, а ты в ментуру ходил? Тот: ходил, сказали, что это не они. Ну ты дал чертыла, бля, в натуре, а я отвечаю. Мы типа сталкеры, мы крутые. Чистый лесоповал. Не-не-не, это не то, нифига, нет, нет, ты гонишь. Сюда полез, скачковал, ну, чё, бы себе типа по-старому на районе, и всё. Один кореш спрашивает другого: слышишь, а ты чё в зону попёрся? Да я
из ментовки слинял, вот решил здесь заныкаться. Тю, а в ментовку за шо попал? Да не за шо, ну остановили, как обычно. И все им не так, номера грязные, аптечки нет, ехал на красный. Ну да, ну по встречке, да задом пьяный, с 5 спалами в багажнике. Ну и шо? Не, ну ты чистоколик, ты бы еще про штырнца рассказал. Скачковал бы себе по-старому на районе и все. Хоть бы косорылых каких пошмалять, а то скукотища. На, и чё б за поддержек, жрать охота, писец. На, братва, а вот чё я ещё слышу? Короче, 2 братана сидят, трындят. Один такой: слышишь, братан, мы же с тобой с малолетки корешаемся. А ну давай я тебе на память чё-нибудь накалю. Второй такой: о, ничего так, тема. Давай, типа, танк на спине. Но только чтоб красиво, сечёшь, обижаешь в натуре. А пупена будет, зуб даю. Проходит 5 минут, кольщик такой: ова, зашибись, готово. А второй: тю, не понял, а чё так быстро, кольщик? А хули там всё 4 буквы? Ну ты должен был, бля, в натуре, а я отвечаю. Или к шеше какой-то завалиться. Вот природа, ёп. Шмотки, походу, обсохнуть не успевают. Ноги постоянно мокрые. Значит так. Вернулся сталкер в зону, ну типа дома побывал, ну и жалуется. Слышите, толкнул артефакты, купил-то чидло, а ее через неделю угнали. Второй ему: о, мля, невезуха, а ты в ментуру ходил? Так ходил, сказали, что это не они. Ну ты плесень, ты бы еще про Штирлица рассказал. Я сюда полез. Скачка. Ну чё, пацаны, типа анекдот. Короче, 2 братана сидят, трындят. Один такой: слышишь, братан, мы же с тобой с малолетки корешаемся. А ну давай я тебе на память чё-нибудь накалю. Второй такой: о, ничего так, тема. Давай, типа, танк на спине. Но только чтоб красиво, сечёшь, обижаешь в натуре, а пупена будет, зуб даю. Проходит 5 минут, кольщик такой: ова, зашибись, готово. А второй: тю, не понял, а чё так быстро, кольщик? А хули там всё 4 буквы? Ну ты плесень, ты бы ещё про Штирлица рассказал. Хоть бы косорылых каких пошмалять. На, братва, а вот чё я ещё слышу? Короче, 2 братана сидят, трындят. Один такой: слышишь, братан, мы же с тобой с малолетки корешаемся. А ну давай я тебе на память чё-нибудь накалю. Второй такой: о, ничего так, тема. Давай, типа, танк на спине. Но только чтоб красиво, сечёшь, обижаешь в натуре. А пупена будет, зуб даю. Проходит 5 минут, кольщик такой: ова, зашибись, готово. А второй: тю, не понял, а чё так быстро, кольщик? А хули там всё 4 буквы?
Ну ты дал, чертыла, бля, в натуре. А я отвечаю. Достало мне в натуре уже все. Понты еще эти фраерские. Мы типа сталкеры, мы крутые. На, и че б за бодяжи? Жрать охота, писец. Тихо! Значит так. Себе по-старому на районе и все. Один кореш спрашивает другого: слышишь, а ты че в зону поперся? Да я из ментовки слинял, вот решил здесь заныкаться. Тю, а в ментовку за шо попал? Да не за шо, но остановили как обычно. И все им не тайно. Номера грязные, аптечки нет, ехал на красный. Ну да, ну по встречке, да задом пьяный с 5 спалами в багажнике. Ну и шо? Смешно прям не могу. Столько ничего не топтал. Вот природа, ёп. Шмотки, походу, обсохнуть не успевают. На, братва, а вот чё я ещё слышу? Стоят типа таких два конкретных лоха-сталкера на свалке. Один у другого типа спрашивает: слышишь, а я что-то не понял. Мы им бабло дали? Дали. А чё эти пацаны куда-то слиняли и не танцуют? Блядь, ну ты дятел, я тебе уже 100 раз говорил. Хапак и оп-стоп, это по-любому не одна и та же шняга. Смешно прям не могу. Манал я эту зону. Ну чё, пацаны, типа анекдот. Типа идёт шоу где когда, ведущий такой: а ща вопрос будет задавать реальный пацан Вован. Вован появляется на экране, ряха такая: уважаемые знатоки, значит, 2 месяца назад мой дружбан Колян занял у меня 5 косарей и не отдался. Месяц назад Колян занял у меня 3 косаря и не отдал, сука. Неделю назад он занял всего 1/2, но тоже, сука, ребаная, не отдал. Короче, мля, вопрос: кто, сука, лежит в черном ящике? Ну ты плесень, ты бы еще про Штирлица рассказал. Да манал я эту зону, я в город хочу. Манал я эту зону, я в город. А вот сейчас для души. Thank you.
чистый лесоповал. Достало мне в натуре уже все. И понты еще эти фраерские. Мы типа сталкеры, мы крутые. Им что, им хорошо. Сидят себе с мобилами, командуют. На, братва, а вот что я еще слушал? Типа идет шо, где, когда, ведущий такой. А ща вопрос будет задавать реальный пацан Вован. Вован появляется на экране, ряха такая. Уважаемые знатоки, значит, 2 месяца назад мой дружбан Колян занял у меня 5 косарей и не отдался. Месяц назад Колян занял у меня 3 косаря и не отдался. Неделю назад он занял всего 1.5, но тоже, сука, ребаная, не отдал. Короче, на вопрос, кто, сука, лежит в черном ящике? Ну ты плесень, ты бы еще про Штирлица рассказал. Ай, че б за поддержек, жрать охота, писец. Ну-ка, дайте-ка я, чё я уже все. И понты еще эти фраерские. Мы типа сталкеры, мы крутые. Хоть бы косорылых каких пошмалять, а то скукотища. Короче, типа вот чего. Стоят типа таких 2 конкретных лоха сталкера на свалке. Один у другого типа спрашивает: «Слышишь, а я что-то не понял. Мы им бабло дали?» «Дали. А что эти пацаны куда-то слиняли и не танцуют?» «Блядь, ну ты дятел, я тебе уже 100 раз говорил. Хапак и гоп-стоп – это по-любому не одна и та же шняга». «Ха-х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 а
ща сам пуку на двоих. Или к шеше какой-то завалиться. Значит так. Один кореш спрашивает другого: «Слышишь, а ты чё в зону попёрся?» «Да я из ментовки слинял, вот решил здесь заныкаться». «Тю, а в ментовку за шо попал?» «Да не за шо, ну остановили, как обычно, и всё им не дали. Номера грязные, аптечки нет, ехал на красный. Ну да, ну по встречке, да задом пьяный с 5 стволами в багажнике. Ну и шо?» Ха-ха-ха! Не, ну ты чисто ты бы еще про Штирлица рассказал.
Твою мать, не, ну нельзя же столько ничего не топтать. Заколебал уже тут париться. Не подогрева тебе дал. А ну-ка, 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 дайте-ка я что-нибудь забацаю. Не, ну пацаны, подождите, я чисто не понял, это типа музыка была? Да манал я такую музыку! Хоть бы косорылых каких пошмалять, а то скукотища. Пока я банковал и жизнь разменена. И какого я сюда полез? Скачковал бы себе по-старому на районе и все. Хоть бы косорылых каких пошмалять, а то скукотища. На, братва, а вот что я еще слышал? Заходит как-то братан в бар на Скадовске, говорит бороде: «Слышишь, браток, бухла мне плесни, борода ему, бокал пива или рюмку водки?» Тот: «Ну ёб в натуре, конечно, бокал водки». Братва, тут я один тупой, или все не поняли? Это типа про чё? Самому уже голодным бегать. Хавать охота. Пацан Вован. Вован появляется на экране, ряха такая: «Уважаемые знатоки, значит, 2 месяца назад мой дружбан Колян занял у меня 5 косарей и не отдал, сука. Месяц назад Колян занял у меня 3 косаря и не отдал, сука. Неделю назад он занял всего полтинник, но тоже, сука, ребаная, не отдал. Короче, бля, вопрос: кто, сука, лежит в черном ящике?» Братва, тут я один тупой, или все не поняли? Это типа про чё? Хоть бы косорылых каких пошмалять, а то скукотища. Бабу бы. Приголубил бы любую, лишь бы всё нужное на месте было. Ай, чё б забодяжить, жрать охота, писец. Не, ну твою мать, не, ну нельзя же столько ничего не топтать. А вот сейчас для души! Не-не-не, это не то, нифига, нет, нет, ты гонишь.
волыны, это в натуре, конечно, прикольно. Только бугор как дал, так он же живет, так и отобрать может. Два братана сидят, трындят. Один такой: «Слышишь, братан, мы же с тобой с малолетки корешаемся. А ну давай я тебе на память что-нибудь накалю». Второй такой: «О, ничего так, тема. Давай, типа, танк на спине. Но только чтоб красиво, сечешь? Обижаешь в натуре. А пупена будет, зуб даю». Проходит 5 минут, кольщик такой: «Опа, зашибись, готово». А второй: «Ты не понял, а что так быстро, кольщик? А хули там все 4 буквы? Я тащусь, пацаны! Ну ты плесень, ты бы еще про Штирлица рассказал. Не подогрева тебе толкова, ни хрена. Ёлы-палы, не, у меня сейчас в натуре бэбэх из бородухи в узлы завяжутся. Типа идет шо, где, когда, ведущий такой: «А ща вопрос будет задавать реальный пацан Вован». Вован появляется на экране, ряха такая: «Уважаемые знатоки, значит, 2 месяца назад мой дружбан Колян занял у меня 5 косарей и не отдался. Месяц назад Колян занял у меня 3 косаря и не отдался. Неделю назад он занял всего 1/2, но тоже, сука, ребаная, не отдал. Короче, бля, вопрос: кто, сука, лежит в черном ящике?» Смешно прям не могу. Сюда полез, скачковал бы себе по-старому на районе и всю. Заколебал уже тут. Ну чё, пацаны, типа анекдот. Слепили, короче, пацаны одного сталкерю живым. Ну и говорят ему: «О, типа, тема, будет кому нам парашу чистить». А он, короче, типа, тёртый фраер, не засал, и говорит: «Братва, я ж вам в натуре не шестёра какая, не олень рогатый. Давай мне чё почище». Ну, пацаны так перетёрли между собой, говорят: «Да не вопрос, мужик, иди вон из аномалии барахло жмуриковское доставать». Тот так подумал, говорит: «Я понял, пацаны, и где эта параша у вас стоит?» Братва, тут я один тупой, или все не поняли, это типа про чё? Пока я банковал, жизнь разменена. Ёлы-палы, не, у меня сейчас в натуре бэбэх из голодухи в узлы завяжутся. На, и чё б забодяжить, жрать охота, писец. Ну, короче, вернулся сталкер в зону, ну, типа, дома побывал, ну и жалуется: «Слышите, толкнул артефакты, купил-то чидло, а ее через неделю угнали». Второй ему: «О, бля, невезуха, а ты в ментуру ходил?» Тот: «Ходил, сказали, что это не они». «Я тащусь, пацаны!» Вот природа, еп, шмотки походу обсохнуть не успевают. Ноги постоянно мокрые. Най,
чё б за бодяжить, жрать охота, писец. На, братва, а вот чё я ещё слышу? Перетирают два кровососа, один другому такой: ты, короче, как на сталкеров охотишься? Тот ему: ну, короче, замечаю сталкера, потом вокруг него такой большой круг делаю, через 5 минут маленький, и только еще через 5 минут нападаю. А первый так: тю, я что-то не догнал, а в чем вообще прикол, кореш? Нафига ты эти круги? Типа ж по-любому можно сразу мяска захавать. А второй такой: типа, не, брателло, ты тему не сечешь. Наехать сразу можно, не вопрос. Только тогда придется его с говном хавать. Смешно прям не могу. Жизни в натуре. Короче, нет, типа вот чё. Тут залабоны. Один кореш спрашивает другого: слышишь, а ты чё в зону попёрся? Да я из ментовки слинял, вот решил здесь заныкаться. Тю, а в ментовку за шо попал? Да не за шо, ну остановили, как обычно. И всё им не так, номера грязные, аптечки нет, ехал на красный. Ну да, ну по встречке, да задом, пьяный, с 5 спалами в багажнике. Ну и шо? Ну ты плесень, ты чертила, бля, в натуре чертила. Чё, пацаны, типа анекдот. Стоят типа таких два конкретных лоха сталкера на свалке. Один у другого типа спрашивает: слышишь, а я что-то не понял. Мы им бабло дали? Дали. А чё эти пацаны куда-то слиняли и не танцуют? Блядь, ну ты дядя, я тебе уже 100 раз говорил. Хапак и гоп-стоп — это по-любому не одна и та же шняга. Я тащусь, пацаны! Братва, тут я один тупой, или все не поняли, это ты про чё? Очковал бы себе по-старому на районе, и всё. Не, ну твою мать, не, ну нельзя же столько ничего не топтать. Типа анекдот. Какая банковая жизнь. Короче, два братана сидят, трындят. Один такой: слышишь, братан, мы же с тобой с малолетки корешаемся. А ну давай я тебе на память что-нибудь накалю. Второй такой: о, ничего так тема. Давай типа танк на спине. Но только чтоб красиво. Сечешь — обижаешь в натуре. А пупена будет — зуб даю. Проходит 5 минут, кольщик такой: опа, зашибись, готово. А второй: тю, не понял, а чё так быстро, кольщик? А хули-то всё 4 буквы? Ну ты плесень, ты бы ещё про Штирлица рассказал. Нигде нету, в городе менты шмана, тут залабоны они. Тихо! Значит так. Слепили, короче, пацаны одного сталкерюгу живым. Ну и говорят ему:
«О, типа, тема, будет кому нам парашу чистить!» А он, короче, типа, тертый фраер не зассал и говорит: «Братва, я ж вам в натуре не шестера какая, не олень рогатый, давай мне что почище!» Ну, пацаны так перетерли между собой и говорят: «Да не вопрос, мужик, иди вон из аномалии барахло жмуриковское доставать!» Тот так подумал, говорит: «Я понял, пацаны, и где эта параша у вас стоит?» «Там она, я эту зону, я в город хочу!» «Вот природа, еб! Шмотки, походу, обсохнуть не успевают, ноги постоянно мокрые!» «Братва, а вот что я еще слышу?» Вернулся сталкер в зону, ну типа дома побывал, ну и жалуется: «Слышите, толкнул артефакты, купил-то чидло, а ее через неделю угнали». Второй ему: «О, бля, невезуха, а ты в ментуру ходил?» Тот: «Ходил, сказали, что это не они». Фраерские, мы типа сталкеры, мы крутые. Короче, присылает пацану нормальному на кичу маляву. Типа: «Сынок, ты как накрытую пошел, по хозяйству жопа полная. Весна уже пришла, надо огород там перекопать, картошку и другую муйню посадить. Сама нифига не справляюсь, ни одна сука голимая не поможет». Ну, пацан ей так отписывает: «Типа, мать, ну и классно, ты огород лучше вообще не трогай, ты так перебейся. А то такое выкопаешь, что не только мне срок накинут, а и тебя накрытую отправят». Матушка такая через неделю пишет: «Фига себе, родной, после твоего письма менты набежали, весь огород перекопали, только не нашли ни хрена. Злые такие были, маты до неба гнули». А пацан ей так отвечает: «Ну типа, мать, ну чем смог, помог, а картошку ты уже как-нибудь сама посадишь». Ну ты дал, чертылам в натуре, а я отвечаю. Котища. Ёлы-палы. Не, у меня сейчас в натуре бэбах из голодухи в узлы завяжутся. Не, ну волына это в натуре, конечно, прикольно. Только бугор как дал, так он же её так и отобрать может. Сейчас бы водяры. Да под закусь душевную. Бабу бы. Тихо, тихо. Значит так. Бабу бы любую, лишь бы все нужное. Мать, короче, присылает пацану нормальному на кичу маляву. Типа: «Сынок, ты как накрытую пошел, по хозяйству жопа полная. Весна уже пришла, надо огород там перекопать, картошку и другую муйню посадить. Сама нифига не справляюсь, ни одна сука голимая не поможет». Ну, пацан ей так отписывает: «Типа, мать, ну и классно, ты огород лучше вообще не трогай, ты так перебейся. А то такое выкопаешь, что не только мне срок накинут, а и тебя накрытую отправят». Матушка такая через неделю пишет: «Фига себе, родной, после твоего письма менты набежали, весь огород перекопали, только не нашли ни хрена. Злые такие были, маты до неба гнули». А пацан ей так отвечает: «Ну типа, мать, ну чем смог, помог, а картошку ты уже как-нибудь сама посадишь». «Я тащусь, пацаны!» «Ну ты плесень, ты бы еще про Штирлица рассказал». «Заколебало уже тут париться. Ни подогрева тебе толкова, ни хрена. Блин, а кармане в натуре голяк. Хоть бы олень какой-то попался с хабаром. Или лучше с баблом». «Не, ну твою мать, не, ну нельзя же столько ничего не топтать».
заколебало уже тут париться. Не тихо, подогрева тихо. Тебе такого. Ни хрена. Короче, два братана сидят, трындят. Один такой: слышишь, братан, мы же с тобой с малолетки корешаемся. А ну давай я тебе на память что-нибудь накалю. Второй такой: о, ничего так, тема. Давай, типа, танк на спине. Но только чтоб красиво, сечешь, обижаешь в натуре. А пупена будет, зуб даю. Проходит 5 минут, кольщик такой: опа, зашибись, готово. А второй: ты не понял, а что так быстро, кольщик? А хули там все 4 буквы? Смешно, прям не могу. Достало мне в натуре уже все. Понты еще эти фраерские. Мы типа сталкеры, мы крутые. Блин, а кармане в натуре голяк. Хоть бы олень какой-то попался с хабаром. Или лучше с баблом. Пока я банковал в жизни разменена. Короче, типа вот чего. Перетирают два кровососа. Один другому такой: ты, короче, как на сталкеров охотишься? Тот ему: ну, короче, замечаю сталкера. Потом вокруг него такой большой круг делаю. Через 5 минут маленький. И только еще через 5 минут нападаю. А первый так: тю, я что-то не догнал. А в чем вообще прикол, кореш? Нафига ты эти круги? Типа ж по-любому можно сразу мяска захавать. А второй такой: типа, не, брателло, ты тему не сечешь. Наехать сразу можно, не вопрос. Только тогда придется его с говном хавать. Ну ты плесень, ты бы еще про Штирлица рассказал. Уже все. Понты еще эти фраерские. Мы типа старые. Тихо, тихо. Значит так. Типа идет шоу где когда. Ведущий такой: а ща вопрос будет задавать реальный пацан Вован. Вован появляется на экране, ряха такая: уважаемые знатоки, значит, 2 месяца назад мой дружбан Колян занял у меня 5 косарей и не отдал, сука. Месяц назад Колян занял у меня 3 косаря и не отдал, сука. Неделю назад он занял всего 1/2, но тоже, сука, гребаная, не отдал. Короче, мля, вопрос: кто, сука, лежит в черном ящике? Братва, тут я один тупой, или все не поняли? Это типа про чё? Приголубил бы любую, лишь бы все нужное на месте было. Короче, типа вот чего. Слепили, короче, пацаны одного сталкерю живых, ну и говорят ему: о, типа, тема, будет кому нам парашу чистить. А он, короче, типа, тертый фраер, не засал, и говорит: братва, я ж вам в натуре не шестера какая, не олень рогатый, давай мне что почище. Ну, пацаны так перетерли между собой, говорят: да не вопрос, мужик, иди вон из аномалии барахло жмуриковское доставать. Тот так подумал, говорит: я понял, пацаны, и где эта параша у вас стоит? Смешно, прям не могу. Ну ты вообще. Сейчас бы водяры.
чё, пацаны, душа, типа анекдот. Короче, два братана сидят, трындят. Один такой: слышишь, братан, мы же с тобой с малолетки корешаемся. А ну давай я тебе на память что-нибудь накалю. Второй такой: о, ничего так, тема. Давай, типа, танк на спине. Но только чтоб красиво, сечешь, обижаешь в натуре. А пупена будет, зуб даю. Проходит 5 минут, кольщик такой: опа, зашибись, готово. А второй: тю, не понял, а чё так быстро, кольщик? А хули там все 4 буквы? Смешно прям не могу. Достало мне в натуре уже все. И понты еще эти фраерские. Мы типа сталкеры, мы крутые. И какого я сюда полез? Скачковал, ну че, пацаны, типа анекдот. На районе и все. Мать, короче, присылает пацану нормальному на кичу маляву. Типа: сынок, ты как на крытую пошел, по хозяйству жопа полная. Весна уже пришла, надо огород там перекопать, картошку и другую муйню посадить. Сама нифига не справляюсь, а ни одна сука галимая не поможет. Ну, пацан ей так отписывает, типа: мать, оно и классно, ты огород лучше вообще не трогай, ты так перебейся. А то такое выкопаешь, что не только мне срок накинут, а и тебя на крытую отправят. Матушка такая через неделю пишет: фига себе, родной, после твоего письма менты набежали, весь огород перекопали, только не нашли ни хрена. Злые такие были, маты до неба гнули. А пацан ей так отвечает: ну типа, мать, ну чем смог, помог, а картошку ты уже как-нибудь сама посадишь. Я тащусь, пацаны! Братва, тут я один тупой, или все не поняли, это типа про чё? Укатища. Дайте-ка я что-нибудь забацаю. Жрать охота, писец. Бля, раздавить бы сейчас ампулку на двоих. Тихо, тихо, значит так. Завалиться. Один кореш спрашивает другого: слышишь, а ты чё в зону попёрся? Да я из ментовки слинял, вот решил здесь заныкаться. Тю, а в ментовку за шо попал? Да ни за шо, ну остановили, как обычно. И все им не дально. Номера грязные, аптечки нет, ехал на красный. Ну да, ну по встречке, да задом пьяный, с 5 спалами в багажнике. Ну и шо? Братва, тут я один тупой, или все не поняли, это не про чё? В городе ментышмана, тут салабоны они. Сейчас бы водяры, да под закусь душевную. Ёлка, не, у меня сейчас в натуре бабах из голодухи в узлы завяжутся.
короче. Ликшеша какой-то завалится. Мать, короче, присылает пацану нормальному на кичу маляву. Типа, сынок, ты как на крытую пошел, по хозяйству жопа полная. Весна уже пришла, надо огород там перекопать, картошку и другую муйню посадить. Сама нифига не справляюсь, а ни одна сука галимая не поможет. Ну, пацан ей так отписывает, типа, мать, оно и классно, ты огород лучше вообще не трогай, ты так перебесил. А то такое выкопаешь, что не только мне срок накинут, а и тебя на крытую отправят. Матушка такая через неделю пишет: фига себе, родной, после твоего письма менты набежали, весь огород перекопали, только не нашли ни хрена. Злые такие были, маты до неба гнули. А пацан ей так отвечает: ну типа, мать, ну чем смог, помог, а картошку ты уже как-нибудь сама посадишь. Я тащусь, пацаны! Жрать охота, писец. Нету, блядь, жизни в натуре, ни денег. Ну чё, пацаны, типа анекдот. Тут залабоны гонят. Короче, два братана сидят, трындят. Один такой: слышишь, братан, мы же с тобой с малолетки корешаемся. А ну давай я тебе на память чё-нибудь накалю. Второй такой: о, ничего так, тема. Давай, типа, танк на спине. Но только чтоб красиво, сечёшь, обижаешь в натуре. А пупена будет, зуб даю. Проходит 5 минут, кольщик такой: опа, зашибись, готово. А второй: ты не понял, а чё так быстро, кольщик? А хули нам всё 4 буквы? Смешно прям не могу. Париться, не подогрева тебе толкнула, нихрена. Не, ну волына это в натуре, конечно, прикольно. Только бугор как дал, так он же живёт, так и отобрать может. Чё я чистый лесоповал. А у нас в малолетке ни хрена на чем играть не было. Нету, блядь, жизни в натуре, нигде нету. В городе Ментышмана тут залабоны они. Братва, а вот что я еще слышал? Типа идет шо, где, когда, ведущий такой: а ща вопрос будет задавать реальный пацан Вован. Вован появляется на экране, ряха такая: уважаемые знатоки, значит, 2 месяца назад мой дружбан Колян занял у меня 5 косарей и не отдался. Месяц назад Колян занял у меня 3 косаря и не отдался. Неделю назад он занял всего 1/2, но тоже, сука, гребаная, не отдал. Короче, мля, вопрос: кто, сука, лежит в черном ящике? Не, ну ты, братва, тут я один тупой, ну, или все не поняли, это типа про чё? Заманало уже голодным бегать, хавать охота. Не, ну волына это в натуре, конечно,
взял, так он же живет, так и отобрать может. Ща проверим, чисто помнят руки лабуха или не помнят. Не-не-не, это не то, нифига, нет, нет, ты гонишь. Да, Кекс, если ты на киче так играл, давно спетушарился бы. Ёханы баба, заманало уже голодным бегать, хавать охота. Ёханы баба, заманало уже голодным бегать, хавать охота. Вот природа, ёп, шмотки походу обсохнуть не успевают. Пацаны, типа анекдот. Ноги постоянно мокрые. Заходит как-то братан в бар на Скадовске, говорит бороде: «Слышишь, браток, бухла мне плесни, бородаем, бокал пива или рюмку водки?» Тут: «Ну ёп, в натуре, конечно, бокал водки». Братва, тут я один тупой, или все не поняли, это типа про чё? Ёлы-палы, не, у меня сейчас в натуре бэбахи с голодухи в узлы завяжутся. Вот природа, ёп, шмотки походу обсохнуть не успевают, ноги постоянно мокрые. Тихо, тихо, значит так. Стоят типа таких два конкретных лоха-сталкера на свалке. Один у другого типа спрашивает: «Слышишь, а я что-то не понял. Мы им бабло дали?» «Дали. А что эти пацаны куда-то слиняли и не танцуют?» «Блядь, ну ты дятел, я тебе уже 100 раз говорил. Хапак и оп-стоп, это по-любому не одна и та же шняга». «Ну ты дал, чертыла, бля, в натуре, а я отвечаю». «Шо не задала, ну как всегда». «Буграм чё? Им чё? Им хорошо! Сидят себе с мобилами, командуют!» «Най, чё б за поддяжек? Жрать охота, писец!» «Ёлы-палы, не, у меня сейчас в натуре бэбахи с голодухи в узлы завяжутся!» «Заколебало уже тут париться, не подогревать типа вот чё!» Перетирают два кровососа, один другому такой: «Ты, короче, как на сталкеров охотишься?» Тот ему: «Ну, короче, замещаю сталкера, потом вокруг него такой большой круг делаю, через 5 минут маленький, и только еще через 5 минут нападаю». А первый так: «Тю, я что-то не догнал, а в чем вообще прикол, кореш? Нафига ты эти круги? Типа ж по-любому можно сразу мяска захавать». А второй такой: «Не, брателло, ты тему не сечешь. Наехать сразу можно, не вопрос. Только тогда придется его с говном хавать». Смешно, прям не могу. Уже все. Понты еще эти фраерские. Мы типа сталкеры, мы крутые. Сейчас бы водяры. Да под закусь душевную.
Ханабаба. Заманали уже голодным бегать.